Вот смотрите, ребята, бывают такие моменты, когда он забегает ко мне назад, допустим, забегает. Вот смотри, смотри, вот, раз, выпадай вот сюда, и вот здесь через локоть я делаю движение. Вот, здесь я эту ногу должен выставить там, или же перейти вот сюда, и вот здесь его контролировать, да? Вот тут его контролировать. Вот. Вот он забегает, смотри, вот, раз, забежал, смотри, вот, забирай кисть, выпад вперед, коленочек вот сюда, перехватил сюда, раз, перевернул его здесь. Вот я должен к нему перпендикулярно стоять. Если я вот так вот стою, он может на меня толкнуться, вот, и оставить меня в опасном положении. Поэтому я должен выйти. То же самое со стойки. Вот он забегает, ко мне, смотри, вот, я заходу, я ловлю его на движение, ловлю, со стойки делаю, браули. Вот, даже он с перевода делает, с перевода, раз, он заходит, я выхожу, смотри, я ловлю его, забегаю, 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 ловлю его, и в динамике я делаю, браво, блядь, опять вот сюда должен идти, и нога в упоре должна быть, кисть держи, хорошо, и то же самое, и если он забежал и перешагнул коллеги через мою коленочку, перешагнул, встань на колено, встань, вот, я делаю обвив, держу мою руку хорошо. Вот, обвив ноги. То же самое. Беру кисть, выхожу сюда. Вот. И вот с обвивом. С обвивом делаю. Вот. И здесь ты тоже должен на него перейти. Иначе тоже можно на него толкнуть здесь.